Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава и покрываются листьями кустарники. В этом году здесь ждут обильного цветения, поскольку зимой шли очень сильные дожди. Это только начало. Мы ожидаем более интенсивного цветения во второй половине сентября. Сейчас на территории парка можно увидеть кустарники и гвоздики. Во время цветения в пустыню устремляются туристы. В Атакаме насчитывается 200 видов растений, некоторые из них эндемики. Последние несколько дней шел дождь, и мы захотели узнать, появились ли цветы. Сотрудники национального парка Льянас де Чалья рады гостям. В то же время они предупреждают, что с хрупкой экосистемой пустыни нужно обращаться бережно. Атакама расположена в южном полушарии, поэтому весна здесь длится с сентября по ноябрь. После дождей растения запасают влагу на долгие годы. А во время цветения бурно размножаются птицы, ящерицы и насекомые. Этот феномен называется «цветущей пустыней». Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.